Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, кому вы сейчас больше всего нужны. А нужны вы, девочки, ну, скорее всего, ребенку или внуку. Вот, или, может быть, у вас есть какой-то знакомый родственник или мужчина. Ну, вот родственник выходит намного младше вас. Ну, скорее всего, внучка, может быть, скорее всего, мальчик, да, но, может быть, по пажу, может быть, и девочка, просто по мечам, скорее всего, мальчик, да. Так, кому вы еще больше всего нужны? А вот тут, да, все-таки молодой мужчина, достаточно страстный молодой мужчина. Чаще всего иностранец или другой национальности, ровесник или немножко младше вас. Вот. Но ярко очень выходит именно сын или внук. А вот, может быть, племянник еще, да, ну, то есть родственник какой-то, мальчик, которому вы очень нужны. А для чего вы ему нужны? Я бы сказала, что он либо из-за чего-то переживает, либо болеет. Заболел ребенок. Вот, и поэтому вы больше всего ему нужны, особенно если ваш сын или внук находятся далеко, поинтересуйтесь его здоровьем. Вот, ну и по поводу этого мужчины, давайте посмотрим. А ему помощь от вас нужна. Молодой мужчина, светленькие, рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Помощь. Ему от вас помощь нужна, а вам от него страсти и чувства. Вот у меня такое ощущение. То есть, ну, в принципе, если вы ему окажете помощь, я имею в виду, может быть, помощь там куда-то устроиться, куда-то пробиться и так далее, да, или финансовая даже может быть помощь ему нужна. Тут финансы выходят. Но финансовая помощь, это может же быть помощь, если вы поможете там ему продвинуться по карьерной лестнице, или устроиться на работу, или возьмете его к себе на работу. А вот. Он, в принципе, не против оказать вам помощь, которая, возможно, вам нужна, то есть чувства, страсть и так далее. Вот. Да, но молодой человек очень нуждается в помощи. А вот родственник, он больше нуждается, знаете, в какой-то поддержке или заботе. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И регистрируйтесь на курс обучения искусству предсказаний. За 4 занятия начнете предсказывать сами. Стоимость всего лишь 500 рублей. Ссылочка внизу.